ярмарка предрождественская. Здесь вот все изделия из дерева. Ну, здесь магазин у нас Апранга. Вот одежда. Ну, керамика. Керамика какая, тарелочки различные. Красота. Красота. Красиво. Чашки, вазы, тарелочки. Красиво. Но здесь нарисованы. И здесь тоже вот с травками. Ну, здесь ремни, браслеты, кожаные, запонки различные. Запонки различные. Аксессуары. Вот здесь какой дизайн. Какой дизайн. Кил дизайн. Вот. Тоже из дерева. Доски разделочные. Так, здесь у нас шантель, белье нижнее. Ну, саламандр, обувь, подарочные упаковки, все. Здесь вот зона отдыха. Можно присесть, отдохнуть. И здесь внизу, на память о том, что когда-то здесь была кузнецовская фабрика, вот кузнецовские изделия. Чайнички. Чайнички. Вот они здесь. Так, здесь у нас эта обувь. Здесь у нас Массимо Дутти. А здесь у нас Квес. Марко Поло. Гарри Вебер. Здесь всякая бижутерия. Здесь вязаное все. Шапочки. Вот. Очень дорогая фирма Ллойд. Здесь фирма Aldo. Здесь косметика. Он Intimissimi. Итальянская фирма. Нижнее белье. Так. Москита. Вот. Здесь все к Рождеству. Ну, дальше не пойду, но похладно покажу машину. Яхонт Соул. Здесь драгоценности. Всякие разные. Фирма Хуго. Фирма Манго. Так, вот такая машинка у нас. Да, Фордик. Фордик Пума. Везет подарки. Пять лет гарантии. Продажи.
Но багаж не очень большой. Ничего, машиночка. Все, пока. Дальше я не пойду. Дальше там есть наверх на эскалаторе. Можно подняться и еще вглубь пройти. Можно выйти поперечным ходом вот на ту сторону. Там такой же проход и столько же магазинов. Здесь в магазине 6 входов и выходов. С той стороны 3 и с другой стороны 3. С обеих сторон парковки. Вот что у нас здесь. Есть второй этаж. На втором этаже есть магазинчики. Вот там sportdirect.com. Все фирмы спортивные наверху. И вот катаются ребятки. Катаются. И начинающие. Здесь можно арендовать коньки. Можно оплатить катание. Вот. Так украшен каток. Да. Кто-то только вдоль бортика начинает. Кто-то уже вовсю, вот, как хоккеисты. Ну, кто-то уже падает. Да. Эх, молодость. Я помню, в молодости тоже ходили на каток. Но у нас на улице заливали каток. Ну, на сегодня, пожалуй, хватит. А здесь, в проходике, все, что осталось памяти о кузнецовской фабрике. Здесь вот из чего делали изделия. Здесь изделия показаны, какие делали. Фарфор, фаянс. Здесь интерактив, можно поиграть, посмотреть. Правильно что-то сделать. История фабрики, во-первых. Вот, кузнецовская фабрика в Риге с 1841 года. Здесь нужно на любом языке можно подключиться. И вот так она выглядела. Тогда подальше. Такие цеха. Да. Я ее помню. У нас многие работали на этой фабрике. Это изделие. Какие тарелочки делали красивые. Ну и дальше с левой стороны остается также каток. Везде кафе. Наверху, внизу. Вот. Там каток. Елочки. Здесь тоже проход продольный. Вот. У нас как стрит и как авеню. Можно пересекаться. Тоже один из выходов. Так. А я хочу дойти до конца. Там всегда ставят елочку перед Новым годом, перед Рождеством. Посмотрим. Так. Там остается каток. С этой стороны в этом проходе тоже всякие разные ярмарочные киосочки. Каждый свое изделие продает. Да, у кого что. Кругом все блестит, сверкает. Вот Берска магазин. Стендер с этого мыла наши. Самые первые начали тогда еще в Советском Союзе делать мыло. Красивое, различное. Да. Ликанте. Так,
Вот такие различные вышивки бисером. Да. А сзади есть сумки? Вот и наверху у нас кинотеатр Аполло, кассы билетные. И вот такие тоже украшения различные. Ну а на балкончиках с той стороны и с этой кафе. Кругом кафе. Вот Зара, всемирно знаменитый бренд Зара. Тоже рекламирует автомобиль, один из входов. Это уже шестой по счету. Так. И вот они, елочки. Ежегодные елочки, красавицы. О, даже английский телефонную будку поставили. Сейчас мы позвоним. Детям радость, конечно. Детям радость. Везде кафе. Какая красавица стоит елочка. Да. Вот он. Телефонный аппарат. Можно позвонить по всему миру. Ах, это можно позвонить Деду Морозу. Вот. И даже написано, в какие даты. Ну, это для малышей будет аттракцион радовать. И здесь тоже ярмарка. Такое предпраздничное, да, сегодня какое. Скоро-скоро будет Крисмас, Рождество католическое. Ну, молодцы, красиво оформляют всегда. Магазин. Чего только нет в этих ярмарочных рождественских киосочках. Там вот магазин Ван Граф. Здесь магазин Страдивариус. Название, конечно, музыкальное, но одежда. Вот такая прелесть. Детям можно сделать селфи. С Дедом Морозом можно позвонить в определенное время Деду Морозу, и он будет отвечать. Да. Ладно, ребята, спасибо большое за то, что прогулялись со мной. Вот. Пойду искать Юру. Пойду искать Юру. Calvin Klein Jeans. Так, это мы по другому проходу уже идем. Здесь Crop. Так, это, по-моему, For You. Там это Bubble. Да. Такой вот здесь демократичные цены, но здесь для молодежи все. Еще для молодежи есть, где мы внучки, вот такая хорошая обувь. Внучки покупаем подарки. Далеко наша младшая внученька живет. Вот они, Нью-Йоркер. Здесь и одежда, и обувь, и аксессуары. Здесь Camel Active фирма. Вот. Bucks and Bower, Skecher, хорошая фирма обувная. Вот, House. А вот дальше Sensei, это там для молодежи.
такие украшения наверху. И здесь тоже зона отдыха. И тоже изделия фарфоровского завода. Вот. Так. Caesar. Nike. Atlides до 50 скидки. Вот сенсей. Сейчас Юра сюда подойдет. А мы посмотрим что-нибудь внучке.